В одном из торговых центров города Оренбурга жительница областного центра у входа в магазин оставила принадлежащую детскую коляску. Впоследствии, совершив покупки, выйдя из магазина, обнаружила отсутствие принадлежащей ей коляски. Обратилась в отдел полиции, написала заявление. Впоследствии сотрудниками полиции по горячим следам был задержан 42-летний мужчина, уроженец Оренбургской области, который неоднократно ранее привлекался к уголовной ответственности, а свою вину признал в полном объеме. В настоящее время в отношении его избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 158 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Совершение данного преступления предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы до 5 лет.